6 лет не могла похудеть. Ко мне пришла клиентка с такими серьезными проблемами, как запах пота, запах изо рта, фиброзный целлюлит комками, аллергия на краску для волос. В целом эта девушка видно, что очень следит за собой, очень себя любит, но никак не может справиться с этой проблемой. Также диагнозы СПКЯ, тонзиллит, киста, вот это вот все вместе. При этом чистое питание достаточно, при этом фитнес-тренер, марафоны, спортзал, нутрициолог предыдущий сажал на кето-диету, давал БАДы качественные, но ничего не помогло. Вес вообще не двигается с мертвой точки, и проблемы, и анализы не улучшаются. Почему? Потому что работали только с симптомом, с лишним весом, липидным профилем. А в чем была вот истинная его первопричина? Ведь это не в питании причина, а, как выяснилось, в гормональной стимуляции перед беременностью как раз 6 лет назад. И вот это вот все и дало очень стойкий метаболический криз и нарушение в гормональном статусе, в липидном обмене. При таком раскладе, каким бы чистым ни было питание, каким бы ни были усердными тренировки, результата не будет. Мы с ней разработали свою программу по моей методологии, начали прорабатывать желчный, гормональный фон, и стандартные методы не работают. А моя методология помогает именно решить первопричину, и через устранение ее работает. Чтобы узнать, как это работает, напиши в комментариях слово «методология», и я пришлю тебе ссылку на определенный канал.